Массаж для спящего сурка. Ты чего же ж ты, миленький? Конечно, мне не хочется его разбудить, но не трогать его невозможно. Насколько он очарователен, очаровательный прямо. Так интересно, во сне у него задние лапки, вот эти топтыки, прохладные, можно сказать, даже холодненькие. А передние лапки горячие. Ну-ка, носик. Носик. Носик теплый. Теплый, сухой, но это так и должно быть, потому что питомец спит. Ну, а как же, скажи, не спать, если за окном пасмурно и дождик идет. Спать надо. Давай я тебе еще животик. Правда, мы так любим своих питомцев, что изо всех сил бережем их сон. Тут рядом еще один сурок лежит. Я тебе тоже могу животик погладить. Два сурка под звуки какого-то советского фильма про Чапаева, да? Прекрасно спят. Теперь могу вам наглаживать животы. Ты мой золотой. Вот так. Оба сурка очень приятные на ощупь, честно скажу. Да, братцы. Ладно, пошла я на свой этаж. Спите дальше под фильм.